Всем привет! Вот и пришло время проверить мою FSL-антенну. Вышел на улицу, приемник Sony 76200GR и моя FSL-антенна в таком боксе. Я решил положить прямо на снег эту коробочку. И вот я включаю, пожалуйста. Я заранее настроил FSL-антенну четко. Теперь смотрите, я расстраиваю ее. Ничего не слышно, да? Я ее расстроил конденсатором. Снова обратно настраиваю. Обратно расстраиваю. Вот не слышно. И снова настраиваю. Ну теперь, чтобы мне поверить, я просто убираю приемник. Я его кручу-верчу. Ну вот так вот присутствие есть как бы, да? Снова кладу на коробочку волшебную с FSL. К сожалению, Sony не имеет уровня S-метра, индикатора уровня, но просто ломовой прирост я замечаю. Испытываю шок, честно говоря. Вот, пожалуйста. К сожалению, идет снег. Вот, я обратно, хоп, поднял. Здесь снег кругом у меня. Но есть присутствие станции, да? Только присутствие, скажу вам. Я снова кладу на чудо коробочку. И вот она так мощняцки проходит. Я ее расстраиваю немножко. Нет ничего. Настраиваю опять. Вот, пожалуйста, такой эффект от FSL-антенны.